Всем привет! Вы на канале Жить в Краснодаре. У нас тут небо. Вот такое небо. Катаклизма наша закончилась. Но осталось вот такое у нас тут. Гляньте, сугробы. Да? Говорят, это первый такой случай, первый раз только снега выпало за все время наблюдения за погодой в Краснодарском крае. Мы попали в историю. Ой, такая так, вот так вот. Пойдемте там вам покажу, что у нас там на дворе. Творится во дворе за домом. Вот. Гляньте. Мам! А? А где она? Ну, где-то вот тут. Ты откопала, да? Видишь, ребенок. Я ей спрятала, не могу найти. Ну, она вот где вот эта вот палка, видишь, торчит. Ну, вот я откапываю, здесь только вот... Ну, ее, наверное, совсем... Ее же этой палки. Ее, наверное, к земле приезжал. Она, Слав, она не близко к забору, она немножко подальше от забора. Ну, вдруг я на ней сейчас стою? Может быть, Зай, аккуратнее, пожалуйста. Я выше колена у ребенка. Столько туи откапывает. А то сейчас уже снег кончился, тепло становится. И он становится прям очень-очень тяжелый. Гляньте, что у нас тут. У нас поднят был очень сильно, да, вот эта вот площадка под навес, ну, где-то сантиметров, наверное, 35 она поднята точно, если не больше от земли. И вот сейчас она, вот видите, ниже, чем снег, количество снега. Зайка, ну как-нибудь давай, на улице так тепло, так хорошо, сейчас все таять начнет. Смотрите, какая шапка снега с крыши скоро будет падать. Там и так все завалено. Еще вот это все будет падать. Ходить нельзя там ни в коем случае. Она по размерам такая же, да? Нет, она маленькая. Я ее в этом году засадила. Вот, ну вот где ноги твои, наверное, она вон там. Вот где палка, которая торчит. И она где-то там, котеночек. Аккуратненько ищи ее, то жалко будет. Нет, Зай, аккуратно, там же крыжовник этот колючий. Могу сказать, прям жестко подфигачило снег. Да, вообще я... Он прям лежит на земле. Ну ничего, я думаю, что все с ним будет хорошо. Подальше от забора, котенок. Вот он получается между, вот как раз он между крыжовником и вот этой палкой, которая торчит из снега. Подальше от забора, подальше. Ты знаешь слово «подальше»? Нет, дальше. Она немножко не помещалась, я ее подальше посадила от забора. Угу. Котенок, надо найти, жалко будет. У меня там по симметрии все посажено. Так будет несимметрично. Капец, это вообще, вы представляете? Вы представляете, что творится, да? А что будет, когда это все растает? Вообще страшно придумать. У нас дети 2 дня не ходят в школу. Получается, понедельник. Сегодня же понедельник, да? Сегодня понедельник или сегодня вторник? А, вторник. Вот, сегодня-завтра, наверное, еще и, может быть, и завтра тоже отменят. Потому что тротуары нигде не чищенные, просто не чищенные. Дороги, вот мы ездили вчера кое-как. Тротуаров вообще нигде нету. Люди идут просто по дороге. Знаете, столько снега почистить вообще. В итоге никто никуда не полетел. А наш рейс вылетел с задержкой больше, чем 1,5 суток. И мы, ну, и они, Вова с детьми, они бы в любом случае не успели на стыковочный в Новосибирске. Им бы пришлось еще ждать около, ну, там, часов 20 до следующего рейса во Владивосток. И в итоге они во Владивосток должны были бы прилететь только завтра утром. В общем, получилось бы 3 дня
в дороге. Ну, вот, то есть они уже давно должны быть во Владивостоке. А если бы они прилетели завтра утром, а через 2 дня им уже надо было бы снова улетать. Они хотели на 6 дней во Владивостоке побыть. В общем, сдали мы билеты, нам вернули все деньги. Хотя у нас были билеты невозвратные, но вот из-за непогоды, из-за того, что мы не по своей воле, так скажем, возвращаем билеты, нам вернули все деньги. Мы очень рады, мы думали, что мы деньги уже тоже потеряем. Зато сейчас небо, да, такое голубое, так красиво. В общем, на выходные попробуем в Лаганаки поехать. Если там дороги почистят, там, наверное, вообще красота неописуемая. Хотя у нас тоже тут неплохо. А Вове говорю: Вов, поедем на выходные в Лаганаки. Он говорит: тебе что, снега мало? Я говорю: ну снег снегом, на плюшках покататься, на термальные источники заехать, покупаться. Да? На следующие выходные, если все наладится с дорогами, в Лаганаки на плюшках покататься и в термальных источниках покупаться, в теплых бассейнах. А! Сейчас. Да. Ну, Зай, ну надо. Вот если ты сидишь на ней, нет? Зай, ну давай, тебе сложно. Вот и сейчас ты точно на ней сидишь. Да вот вот где твои ноги находятся, она находится там. Чуть-чуть подальше еще ройся сюда к дому. Вдоль забора. К дому, не сюда, вдоль. Двоечница моя, вдоль забора, да. Не перпендикулярно, а вдоль. Ладно, всем пока. Покажу вам, что потом будет, когда это все будет таять. Как мы поплывем, как все поплывут. Какое у нас тут будет везде наводнение. Это стопудово будет наводнение. Да. Ну, ничего. Зато красиво, правда?